Мы приехали на поле, где в прошлом году снимали маки. Ну и, естественно, в этом году приехали сюда же. Ну, есть же маки, есть. Но не так много. Холодная весна, маки не выросли вот так. Зато вон какие цветочки красивые. Смотрите, какая прелесть. А вот такие ромашки. Смотрите. Красота, правда? Я сейчас себя пчелой чувствую. Ой, как тут все гудит. Когда бы я вот так по полю еще прошлась. Да никогда. А сейчас так мне нравится. И вы со мной тоже идете. Ребятушки, нашла я все-таки поле, где много маков. А вот красота. Маки и ромашки. Я сейчас себя чувствую волшебницей просто, цветочной феей.
это вот я присела, посмотрите, какая высота травы. Ну вот, друзья, сегодня я вам показала маковые крымские поля. Не совсем их много в этом году, но красота необыкновенная. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Всего вам самого доброго, красоты, мира, добра. Послушаем еще, как поют птицы. Как жужжат пчелы. Всем пока.